Пятерка могла бы случиться да, на любом этапе. Так, там кого-то уже забрали из болельщиков. Я так думаю, что это поляк вообще. А смотри, даже аккредитация есть. Все смеются. Ну, в общем, финал сезона у нас получился по полной программе на все 100%. Вот, знаете, все тут уже, да? И болельщики, и Гарлем Шейк, и чего только мы не видели.